Короче, ребят, я с сопровождением. Личное такси приехало за мной. Приехал шеф. Сейчас тачку бросаем, отдаем на замену лобового. Ну, я сейчас, конечно же, уберу полку, вот это все поснимаю. Все сюда надо убрать куда-то, подготовить, чтобы они спокойненько срезали лобач. Вот, ну и все, и манатки перекину шефу, и мы поедем домой. Он меня домой отвезет. У меня, кстати, вот этот большой, да, один скол. Там вот снизу еще один скол. Вот точка, скол, камень. Вот точка, скол. А где-то там, по-моему, еще снизу скол. И вот большой скол. Короче, слабоухой. Теперь будем новенькими ездить. Вам будет приятно смотреть, наблюдать картину. Не будет вот этой паутины. Короче, ребяточки, ищу, куда прицеп сбросить. Где бы его поставить, чтобы потом можно было бы легко зацепить. Приехали мы на территорию. А вот куда поставить, не могу найти. Вон дафы коцанные, побитые стоят. Вообще вот здесь должны отцепляться. Но тут, ребят, смотрите, все просто забито. Во! Это же под меня место сделано, правда? Тут легковые. Вот оно, место мое. Мне кто-то его даже почистил, наверное. Меньше лапами работать. Включаем пульт управления подушками. Пульт уровня пола. На стрелочку задираем вверх. Тем самым прицеп поднимается. Все. Стоит, малыш. Лапу выставил. Розетки все отключил. Гидравлику открутил. Замок отстегнул. Отъезжаем. Так, ну все, вроде получилось. Пробуем. Вот это и плохо. Замок не... Замок, короче, недооткрылся. Во! Отъехал. Видите, как свободно. Резина новая решает. Так, уровень пола. Ставим в транспортное положение. И все готово. Что скажете, ребзя? Блин, нифига, как-то непривычно. Так все пусто стало. Ой, как-то непривычно. Как это? Мне 24-е заехать, машина мешает. Сюда нужно. Смотрите, какой ужас. Охренеть. Надеюсь, водитель был остался живой. Водителя целая дверь, руль все целое. Эту сторону просто разорвало. Это просто жестко. Не дай бог. Такого даже врагу не пожелаешь. Ну тут все целое, кабину поменяет и машина поедет. Рама целая, радиаторы целые, все целое. Замена кабины и навесного пластика. Жестко, конечно. Девка моя замерзла вся. Блин, нифига не снега. Ребятки, короче, я пришел за тачкой. Снегом замело. Стоит водюшка. Уже ровно неделю под морозами. Там ключики. Так, все хорошо. Как мне залезть-то? Кнопочка есть такая. Что было? Во. Во. Обзор сделаю на него. Мороз 20-ку давит. Мне интересно, заведется. Всю неделю 20, 20, 20, 21, 20. Интересно, заведется вообще дизель мой, нет? Главное, чтобы аккумулятор был живой.
Оп. Ага. Ручка замерзла. Не отломать бы ее. О. Аутюха, привет. Добрался. А что? Нет, что ли, этого? Как он называется-то? А, вот она, спиралька. Спиралька не загорается. Вы представляете? Вообще с полпинка. Ребяточки, доброй ночи. Я, короче, добрался до дома, Вована высадил, заехал, заправился. Вот, еду, короче, по городу Калуге. Блин, она... Тихо. Куда ж ты так разогналась? Не шали. Вот, у нас, смотрите, заметает прям сугробы такие неплохие. У нас зима в этом году, кстати, вообще крутая. Мне, кстати, нравится такая зима. Не знаю почему, но я кайфую, когда много снега. В том году у нас снега не было. У нас какие-то дожди были, у нас... Более зима такая была, слякоть. А тут прям зима-зима, и морозы, и снега сыпят. И прям хорошо. Бачком. Это я специально отключал. Где-нибудь бачком заходить. Короче, ребята, не знаю, как у вас погода. У вас жопа. Смотрите, как заметает. Окушку вообще замело. УАЗик мой замело. Око вообще замело. Мест нету, ездил полчаса по дворам. Где места замело? Где? Да вообще нет мест, короче. Заехал хорошо, когда да, полный привод. И поднял еще пневмо. Покатал себе дорожку, укатал. Вроде никому не мешаю, на сугроб поставил. Тут замело, бля. Акундрия. Аказия заметает. Дочь моя меня встречает в окошко. Привет! Ребят, всем привет! Помните, да? Я вам рассказывал, что я записался на набор, пришел на набор, и очень много стало приходить смс-ок, комментариев. Покажи Толян набор. Набор, короче, ребят, купил на Импорт. Смотрите, какая прелесть. Я, короче, кайфанул с этого набора. Тут много что есть. Сейчас я мини-обзорчик сделаю, что в нем имеется. Так. Ай, какая же прелесть, а? Не кайф? У меня, короче, есть УАЗики набор. У меня есть Дафи набор. Этот набор я купил себе для гаража. В Ауди-то ее катать, в принципе, нечего, потому что я в Ауди ничего все равно не ремонтирую. Так, ребят, какие же преимущества все-таки этого набора Enforce? Так, смотрите. Это просто прям показатель. Цельнометаллическая рукоять. Выдерживает высокие нагрузки. Поэтому вы не сломаете ручку. Так, ну возьмем даже большую, да? Возьмем головочку. Сколько они крепко-то сидят. Так, смотрите. Профиль головки успешно справляется с крепежом, грани которого деформирована. Видите? А? Пушечка какая. От 8 до 22. Маленькая трещотка. Большая. Ну, короче, тут все есть. Все, что необходимо, ребят. Кайф же. Самое, что интересно, ребят, здесь быстро съемный механизм. Вот, смотрите, что мне нравится. Так он никак не слетит. Ништяк. Это я и кайфанул. Ладно, что у нас тут еще есть? Здесь под отверточку есть, фонарик есть.
этой стороны у нас присутствует ножовка по металлу, разводной ключ, выкладки, шестигранненький молоток, плоская губцы, кусачки, даже, видите, ножик есть. Вот самое что интересно, что про кольца, да, отбирать. Ну, короче, ребят, набор, во. Я, ребят, оставлю ссылочку в описании. 23 февраля будет скидка, так что, мужики, и это, кстати, цельнометаллические трещотки у них на всех наборах. У меня в ДАФе набор тоже с цельнометаллической трещоткой, а вот в УАЗике, ребята, который набор у меня, там ручка пластмассовая, и я ее отломал. Здесь можно даже удлинять, будет вставлять трубу и тянуть, и ручку не сломаете. Ну вот, собственно, про что я вам говорил. Видите, ручка какая? Я ее сломал. Пластмассовая. Или какая она там, резиновая, не знаю. Короче, ребяточки, всем здрасте. Решил поехать спасать город. Заметает. Смотрите, сколько у нас снега. Метет весь день. Давай, дорогой, давай. Тяжко-тяжко-тяжко-то он завелся. Коротко о зиме. Да, Юрец? Короче, как на севере. Заметает, заметает со вчерашнего дня снег. И никто не чистит, да, главное? Сейчас покажем. Мастер-класс. Короче, в такую погоду лучше дома сидеть, никуда не идти. Друг друга он все, смотрю, толкает. Я хотел поехать вытащить, он подписчик был, с Ярославля приехал на какой-то грузовой машинке, тут застрял. Вот смотрю, я в окно, смотрю, он фоткает, я хотел поехать, думаю, вытащу его, но его Субарик дернул. А так проехал, поэтому. Короче, ребят, товаром. Сегодня... Я со сменщиком, сменщик мой. Машины, короче, сегодня нет, работы нет. Машина в сервисе, чинится. Вот, поедем. Да, все летит. Она почему-то не отогревается. Уже 80. Сейчас поедем город спасать. Вот это метет. Застрял. Коротко, короче, ребята, наша зима. Заметает. Разъехаться не могут. Автобус с маршруткой. Ездим по городу, вытаскиваем кого-нибудь. Помогаем людям. Это, короче, ребята, у нас зима. Погрузчик, короче, застрял. Чистил дороги, чистил, застрял. Сидит. Лопату мне кто-то вчера тут бросил. А, сломали, бросили, наверное. Ха, молодцы. Сам погрузчик, короче, даже выехать не может. Вот. Пробивал, пробивал и сел, да? И сел, да. Наша суровая зима, ребят. Чтобы понимали, это у нас дорога такая центральная. Машины все замело. Говорю, вообще машины замело все. Тут дорога должна быть. Все, приехали. Ну, вроде получается потихонечку у него. Начинает ползать. Короче, мы собрались в Москву ехать. Я так понимаю, смысла нет, ребят, ехать. Завел УАЗик, а поеду машину вытаскивать. Там справа машины сидят. Короче, вроде спасение пошло.
начали прочищать, пробивать по вывозчикам. Ауди я вытащил. Лед. Вот это вот похоронили, походу. Эту УАЗика можно выгонять и парковать тоже сюда куда-нибудь. Дальше будет пробивать, прочищать. Все, я нажал просто так, держи. Ага. Давай, давай. Троллейбусная полоса, автобусная, но ее замело. Люди не могут уже во дворы заезжать, уже вынуждены тачки свои бросать, короче, вот тут на улице, прям на проезжей части. Осталась вот одна полоса. Автобусную замело, на второй полосе вот стоят легковые машины. Ну и тут полторы где-то полосы. Но это ладно, сейчас смотрите на кольце. Я не знаю, если еще их не отгребли. Я сегодня тут проезжал на УАЗике, там машина прям позамело по самой крыше. А, не, отгребли уже половину. Кто-то выехал, кто-то не смог, кто-то даже не пытался. Вот это вообще замело хорошенечко. Это, ребят, Киевка, короче, в сторону Москвы. Почищена, я не знаю, какая-то, наверное, сколько тут полос-то? Пять, наверное? Пятая, четвертая, наверное, третья, вторая, первая, ну да. Вот крайняя полоса почищена, пятая, четвертая. Это вообще не чистили. Ну, получается, первую, вторую и третью полосу никто не чистил. И пробки просто нереально жесткие. Тут фуры, конечно же, не могут ехать. Как по таким сугробам ехать-то? Вот впереди меня, я не знаю, что это, красный Мерседес идет. Смотрю, он прям буксует. Тяжко ему дается. Убавь музыку. Короче, никто чистить не хочет. Вы понимаете, да, что тут не чистили давненько? Вот он едет с поднятой лопатой. А почему не почистить бы, да, какую-нибудь полосу хотя бы? Поднял лопату и едет. Ну, скорее всего, просто не его участок, как это говорят. По дорогам Чехова, ребят. ДТ-75. Без стекол. Вот так вот. Бля, мне кажется, если поймают, наверное, да, отжарят их. По асфальту уже едет на ДТУхе, да? Да. Не видишь, что там по асфальту едет? Да, конечно. С кондеем, баба. Да, с кондиционером, бля. Пацаны вообще, ребята. Вируса, короче, аккумуляторы сели. Кабина не открывается. Заводить неизвестно как. Давай, замкнем по-быстрому. Сейчас прикурит, подожди. Юрасик. Ну, хоть этого прикуриваю. Мерседеса, то этого. А ты что, Мерса прикурил? Давай так, чтобы закрыть дверь. Закрыть? Да. Да ладно. А дотянутся они хоть? Да, конечно. Тихо, тихо. Да я хотел попрыгать, как в детстве это, через скакалки. Через резиночки. Накинул? Тебе надо было на тот кидать. Ой, хуета, блядь. Что? Не знаю, хуйню купил китайскую. Хуя. Она ж потухла. Открыл? Ну она моргнула. Иди открой, дверь. Другой стороны. Ты вон подгазовый. Да, открылась. А чё, пусть подзарядит, может заведет нас. Да мне нахуй бы не уперлось. Вот, возьми отсюда, сними это. АБС-ский провод тебе поставит, заведёшь. АБС-ский провод. Иди, дяденька, от машины, всё. Отойди, дяденька, да. Поехали давай. Поехали. Разноцветный. Тазик. А, тазик разноцветный. Двери одного цвета, крылья другого цвета. Капот другого цвета.
Не едет. Что делать будешь? Чтоб кто-то прикурил? Пойдешь в шинку греться, да? Ну, короче, ребят, поехали за моим дафом. Сейчас Юрика с Менчикой забираю. Этого Юрика привез. Этого забираю. Едем мы, короче. Живая тут намело. А? Дядь, номер давай. Не надо. Опа. Короче, по двоечке крутим педаля в Москву. Хорошо зима, когда снега много, обочины нет. А так я еду, по крайней мере, мне кажется, я прям чувствую себя каким-то обочинником. Ну, вот видите, прорывистая здесь, тут не сплошная. Тут скажут, Толян, по обочине едь, что за дела? Тут просто, ребят, снега намело, видите, и никто не чистит, даже первую полосу замело. И все едут спокойненько. Да, а обочина, вот она, вот здесь, вот вся в снегу. Вот она обочина должна идти вдоль отбойника, вот он сейчас будет справа. А тут полноценных полторы полосы замело, и дорожники не расширяют ничего. Да и не чистят, короче. Что-то, короче, ребят совсем не хотят дороги чистить. Первая полоса вообще не почищена. Да и вообще ничего не почищено. Где дорожники? Вот они стоят. Смотрите, тут что творится. Смотрите, сколько снега. Я просто в шоке. Вот почему никто ничего не чистит, а? Охренеть. И не встать, блядь. Смотрите, сколько снега. Зато стоят все. Снега-то много. И никто ничего не чистит. Никому ничего не надо. Зато по новостям красиво поют, что Москва прям справляется хорошо со снегом. Давай. Девочка за рулем. Не может ехать. Никто, потому что ничего не чистит. И вы хотите сказать, что дорожники работают? Сколько здесь уже не было почищено? Больше суток, наверное. А то и двое. Тут просто никто ничего не чистит. Наверное, списываются зато хорошо все это дело по документации, что везде все очищено. Не стесняйтесь, люди, снимайте, показывайте, говорите адреса района, где это. Это вот, допустим, мы шли со стороны Тула, Симферополь, КМ-2, уходим направо на МКАД. Это дорога у нас в центр. И тут ничего не чищено. Они, короче, ребят, буксуют. С той стороны вообще буксуют. Но это еще КамАЗ ничего, ползет. Каша. Ехать никто не может. Вот и пробка. Там легковуха, смотри, выехать-то не может. Там еще чувак на газели пытается. Камля? Сейчас съезжаем. Камря 3,5. Так, ребят, приехали забирать машину. Проблемы. Тут намело очень сильно. Под прицеп мы не заедем. Пониже сделай машину, пробеги. Короче, поменяли лобовуху. Кайф. Надо брать перчатки, брать лопату и очищать. И очищать прицеп, скорее всего. Будем сейчас мучиться. Это буква хоть. Буква, да. ВВО. Тут только надо порядок навести. Они в обувь лазили. А? Смотрите, какой кайф, ребят. Целка, да? Жесть. Красота. Теперь у нас новый лобач. Хорошо, когда пневма есть. Пневму опустил. Бампером грибанул. Он пушистый, мягкий, не жесткий. Я лопаты почистил, то, что нагребли. А вот этот, он пушистый, он легкий. Резина новая, сейчас, в принципе, должен заехать. Исхода.
Я специально, ребят, поехал, короче. Моя смена дом сидеть. Специально поехал сменщику, чтобы помочь зацепить машину. Ставил я. А руль тянет. Ага. Неудача. Либо надо идти просить лопату. Лопаты нет. Это совковая лопата, штыковая, она такая узенькая. Чисто заточенная специально, чтобы кузов чистить. А такой снег не чистится. Надо снежную специально для снега лопату. Ноги маленькие. Встаешь? А она так не поедет. А? Не поедет. А вот она заблокировка, она тебя тащит здесь его зароем и будем потом вытаскивать. А что она выключилась? Я не местный в этом деле. Походу. Укатали. А, поехал. Вы представляете, если он один... Прикинь, если ты один бы сюда поехал. Я бы туда так заехал бы. И до весны, да? Короче, ребята, долго-долго работа, 2 литра пота. Короче, мы все до асфальта отдолбили. Да была хорошая лопата. Да, была вообще хорошая лопата. В кузове нашел там чуть-чуть примерзшего песка с ебеночкой. Подсыпал, вроде зацепили, все. Сейчас будем пробовать. Иди, все, пробуй, уезжай. О, давай, перекрестись. Ну ты не сразу газа, ты по чуть-чуть попробуй, если пойдет, то ништяк. Тут у тебя зацеп есть, вторую включай. Третью он буксовать будет. А? Ну я высокий же. Это ты, коротышка. Стекло открывай, чтобы тебя слышал. Дверь закрой. И, Юрок, в натяжку только не газуй. Ага. Давай попробуй, покачай. Еще, давай. О, еще. Не буксуй, качай. Еще.
Давай, давай, давай. Пошел, газу, теперь газу, газу. Хорош! Да, вот это он сидел тут нормально. У нас, короче, все сыпет, сыпет снежок. Уже просто невыносимо ездит. Бля, покопали мы тут нормально, да? Бля, я тоже так провалился. Ага. По пояс. Ну все. Блин, короче... А? Да, ну ты меня там сейчас пропусти, я первый поеду. Если бы, короче, оставил бы Юрика одного, его на смену, если бы он поехал ДАФа чисто один забирать, ой, все, я даже не знаю, как он бы тут. Мы машины дергали аудюхой, назад тянули, я и вперед дергал. Ну, короче, мы уже просто замерзли, ребят, уже снимать ничего не хотелось, потому что уже руки околели. Побыстрее бы спасти его, вытащить, уже не до съемок было, ну... Так, документы, документы, документы. А где мои документы? Документы в ДАФе. Короче, с горя пополам мы выбрались. Спускаемся на МКАД. Смотрите, как красиво светится Москва. Надпись. Москва. Прикольно, да, выглядит? Жду своего малыша. Вон он. Летит. Сопровождаю, мало ли где-то сейчас вот, объезжаем, как бы, ну, чтобы на МКАДе не ставить пробки. И, короче, ну тут не через дворы, тут сейчас мы выйдем на М2 на Симферополь. Просто она заснежена. Мало ли, если он где-то прилетнет, чтобы я его, если что, дернул. Короче, не знаю, что это за машина едет. По-моему, Mitsubishi Lancer 10, либо Mazda. Как вертолет, как самолет какой-то. У него две трубы, прямой выхлоп. Там машине, наверное, невыносимо ехать. Там, наверное, гул стоит. Такой шум. Я представляю, как там в машине у него. Три таких в ручку сюда. 6 штучек положил. Приятно, пусть будет. Все. Больше полкуба, наверное. Все, давай. Да, ну хлопай. Ну ты больше меня. Ты его прямо растягивай сильней. Придется лопаткой, наверное, поработать. Местные дрифтеры. Видите, чем у нас ребята тут занимаются? Туарег, аудюха.
Аудюха нормально тогда? В бочку что, нет? Что, давай выезжай, скажи, дорогу на ладони. Она легенькая. Давай пойдем. Да это, я, бля, боюсь, если турекс начнет крутить. Его управляй. Ты что, без света, что? Да, да, я выключил, чтобы не слепить никого. Бля, корова. А что? Давай, забираем бутылку, поехали. Ты, по-моему, камера села. А? По-моему, камера села.